Re, viss ēters ir te! После небольшого ослабления в воскресенье жара в Латвии на следующей неделе вновь усилится. Температура воздуха может достичь плюс 35 градусов. В субботу температура воздуха составит плюс 28, плюс 33. Немного прохладнее будет на западе Курземы, плюс 23, плюс 27 градусов. В западных и центральных регионах страны возможны дожди и грозы. Южный ветер усилится до 9-14 метров в секунду. В воскресенье жара немного ослабнет. Максимальная температура воздуха составит плюс 26, плюс 30 градусов. На побережье местами плюс 23. На востоке страны возможны кратковременные дожди и грозы. С понедельника зной усилится. Температура воздуха может повыситься до плюс 35. Прогнозируется, что самая сильная жара будет со вторника до четверга, и затем в Латвию могут поступить немного более прохладные воздушные массы с запада. Однако существует вероятность, что экстремальная жара сохранится в течение длительного времени. Ночная температура составит плюс 18, плюс 24, осадков будет мало, но в отдельных регионах возможны сильные грозовые ливни.